Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшная SCP! Ну что там, обосновались потихоньку? Ну да, Женек, как тебе наша новая база? Но это все равно временная база, слушай. Нам что нужно сделать, я уже забыл. Ну нам это, нужно проследить, тут ученые нам дали информацию на удочку. Насчет того, что тут какой-то неопознанный огромный летающий объект находится. Надо сейчас будет это, передохнуть после переезда и пойти на экспедицию. А, точно! Ученые СИПИ-фонда засекли какую-то аномальную активность. Огромный летающий объект неопознанный обитает в этих просторах. Не понял? Не понял? Огонь! Огонь, это что такое? Сина, это то, что мы нашли или что? Это походу то, зачем мы приехали, гварды умирают! Ё-моё! Меня откинуло, я в воздухе, падаю, передать надо срочно данные! Хорошо, давай быстрее в рубку! Надо передать данные СИПИ-фонду! Давай, мы потери несем! Блин! Так, прием! Прием всем на SCP-базе! На нас напал неопознанный летающий объект! Возможно, это монстр Тревора Хендерсона! Aircraft Shark! Акула-самолет! Но мы не уверены! Это первые признаки данной акулы! Мы вынуждены открыть огонь! На нашу базу напали! Мы будем отбиваться! Прием! Связь! Алло! Связь плохо работает! Они нас слышат, а я их нет! Ё-моё, блин! Я хочу жить, брат! Так, ладно, все, перезаряжай пушки. Я отправлю сообщение и пойдем. Отбиваться идем в бой. Давай. Давай, сейчас порвем. Смотри, пацаны полегли все, мы вдвоем остались. Вон еще дозорные на этой, на смотровой. Что это такое? Нифига он пасть разинул, что такое? Офигеть, чем-то пуляет, слушай! О, какие-то шары, блин! Что? Может, уедем? Да не получится уехать! Надо отбиваться, блин, он нас не пустит! Давай, стреляй! Давай, туда его! Пойдем поближе, подойдем, попробуем, слышишь? Ё-моё! Что это за небесный рассвет? Я не знаю, братан! Он меня турманит! Турман! Ё-моё! Брат! Меня в натуре залепило тут конец света! Конец связи, отбой! Да! Ой, блин, вообще с кайфом сижу, никто не нужен, сижу сам по себе, вообще смотрю в картинку и отдыхаю. Ну вообще, не жизнь, а сказка. Собственно, в каморе, блин, нахожусь. Пописал, отдохнул, все, с кайфом. Так, прием! Ой, что там? Прием! Кто там опять мне звонит, блин, эти... Зараза. Небось, какой-то разводил, опять рекламы. Ну-ка. Алло, прием! Алло, что у вас случилось? Вы меня слышите? Вот блин, походу не слышат. Прием всем на SCP-базе. На нас напал неопознанный летающий объект. Возможно, это монстр Тревора Хендерсона. Aircraft Shark. Акула-самолет. Но мы не уверены. Это первые признаки данной акулы. Ой-ой-ой, блин. Быть такого не может. Срочно бежать, блин, зараза. Так, мне нужны пару дэшечек хороших, сильных, таких мужественных. Я знаю, к кому обратиться. Их. Ох, блин, сколько время. Ё-моё, время обеда уже. Капец, я походу проспал, блин, самое главное, чтобы не ругались. Андрюха? О, доброе утро, братан, ты самое вкусное уже пропустил, садись, поедим уже. Ладно, давай хоть что-нибудь похаваем, блин. Капец, как Андрюха вообще, шо, как утро, как спалось? Да неплохо спалось, братан, смотри, там пацаны справа что едят, у них там это, день рождения у кого-то, смотри, им там поляну накрыли. А, это у Олега, наверное, день рождения, блин. Походу, да, блин, смотри, празднуют, отдыхают, блин, а мы вот хлеб с пончиками и жуем. Да. Ну хотя бы чего-то. Мужики, ну-ка оставить хавать. Так, что случилось, а? Вы мне оба нужны, короче, на очень серьезное задание. Хорошо, а что случилось? Короче, произошло страшное. Что? Короче, блин, мужики, слушайте, иди сюда, хватит там есть. Да я это, голодный. Слушайте, ну, слушайте. Да!
Короче, монстр есть такой, акула-самолет, мы слышали, нет? Монстр Тревора Хендерсона! Да-да-да, именно она. Она, короче, это, напала на лучших моих бойцов, на лучших всех мира, это, гвардов. Она, короче, их, это, уничтожила, все там полегло. Уничтожила, задание они, короче, это, ну, как бы, провалили и не выполнили его. Нам, короче, надо за них все сделать, а вы мне поможете, вы меня поняли? А если мы откажемся? Ну, если вы откажетесь, я вас расстреляю здесь и сейчас. Ну, понятно, Андрюха, у нас нет выбора. Мы же заключенные D-класс, придется ехать с этим SCP-гвардом и помогать ему. Но я знаю, это же не SCP, акула-самолет, это монстр Тревора Хендерсона. Так ты ж сам это сейчас и сказал. Нет, я к тому, что, блин, какого фига SCP-фонд этим занимается? Ну я откуда знаю, я гвард, я не ученый. Ну, наверное, ученые так решили, я делаю, мы делаем. Ну все, ладно, а пушки нам дадут? Ну конечно же, не с голыми руками поедете. Ладно, Андрюха, блин, придется ехать. Фух, ну хотя бы поели хлеба. Это точно, но мы и не из таких передряг выбирались, так что погнали. Не, мужики, знаете? Ну? Это самое, как это называется? Забыл слово. А почему ты нас выбрал в качестве дэшек? Ну блин, а кого там еще? Вы посмотрите на них. Один на стуле сидит, другой на столе. Ну обезьяны. Ну да, ну это твой дружок тоже не лучше отличается. Ну да, ну не все, понял. Идем или как? А, Вов, понял слово это самое, замотивирую вас. Как? Знаете как? Ну? Если мы выполним задание, если мы живы останемся, я вам по торту куплю. Все, погнали. Это я одобряю, давай вперед. Все, в бой. Веди. Андрюха, а? Если будет возможность, сбежим. Я ему сейчас шею сверну, побежать. Не-не, только не здесь, на выходе. А, хорошо. Пойдем. Бежите, да? Да. Давайте, мужики. Давай, пока. Сюда. Не понял. Извини, не надо. Все, давай, вперед, веди нас. Ну все, пока, давай. А ну стоять! Ладно, пойдем. Убери, убери, убери. Вперед. Ну что, шеф, сколько еще ехать? Да еще долго, блин. Капец, я уже укачался, блин, меня уже укачало. Тут какие-то вон, смотри, БТРы горящие. Да вижу. Ну, что ты не едешь? Блин, зараза. Что? Что случилось? Ну что, бензин закончился, что еще? Так и что нам делать в итоге? Так, ладно, парни, не кипишуйте. Здесь, по идее, должна быть заправка. Сейчас мы зайдем на нее и купим бензина. Так, хорошо, блин, ну тут смотри, все в кровище, в БТРах. Это что тут произошло вообще? У вас есть подозрения какие-нибудь? Ну это, кстати, БТР не SCP-фонда, это военных. Ну военные. Ну военные, блин. Ё-моё, блин, что это не к добру, парни, да? Угу. Тут еще все в крови, парни. Давайте на чеку будьте, а то мало ли что тут вылезет, а? Так, мы максимально на чеку, блин. Самое главное, чтобы акула это не вылезла, самолет. Гвард! Что да там? Фары выключить. Чтобы аккумулятор не сел, все правильно, а то бы не уехали вообще никогда. Угу, ты прав, кстати, реально. Так, что там, блин, вообще? Где заправка? Далеко ты хоть в курсе? Да, блин, я не знаю. Наверное, далеко, что если... Тут что-то много крови, парни, капец. Тихо! Это что такое? Это солдаты зомби! Огонь, парни! Огонь, 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 огонь! Что здесь произошло? Туда его давай! Туда его! А там их целая куча, парень, у них бошки отлетают, что надо! Боже, а как они стали зомби? Что их заразило, блин? Да без понятия, может, съели чего не того, а? Слышишь, ты, гвард, ты же должен знать, почему они стали зомби! Ну я откуда знаю, может здесь что-то произошло такое странное, что это, они превратились в зомбарей. Инфекция, заражение или что, блин? Или, парни, может это их акула-самолет, блин, заразила, хотя вроде она так не заражает. Ну, вряд ли. Ай, тут очень бьет! Тут мужики! Тут целая армия вышла, реально! Там они еще что ли? Ползут давай! Ползуны, ё-моё! Точно, их надо вот так вот! Бам! Все? Опа, поотлетали красиво, парни, нифига себе, это что, все военные, которые здесь были? Офигеть, похоже на то, блин! Слушайте, нам надо реально искать бензин и быстро, блин, ехать к этой, ну, к месту преступления этого монстра. Правильно я под ним понимаю? Да-да-да. Капец, блин, а посмотрите. Может, кто узнает этих военных? А! Ой, чего? Он встал, блин. Я только подошел, блин. Че за монстр? Сзади, сзади тоже встал. Ай. Они че, живые, что ли? Фиг знает, блин. Но это точно не твои бойцы, слышишь? Да не, не мои. Ё-моё, блин, ну все, давайте добиваем и погнали отсюда, блин. По башкарям, по башке стреляйте, парни, чтобы все больше не встали.
Всех-всех, вон они встают, слушайте. Так я и говорю, им надо, чтобы башка отлетела с концами, давайте, парень, давайте. Другое место, во-во, вот это сейчас станет, блин. Вот, надо добить его. Поганец, блин, давай разрывай его. Эй! Разрывная вошла, блин, вон встал. Туда его. Смотри, живучий какой. Ай! Аккуратно, аккуратно. Жесть какая. Так, давайте, пацаны, шо вы, блин, активнее убивайте их. Но! Ага. О, неплохо, блин. Так, у этого голова на месте, блин, парни. А у этого... Так, у всех на месте. Вот, тут летело. Без башки. Изумрудный цвет. Парни, там акула-самолет. Походу на выстрелы и запах крови пришла, блин. Давайте стрелять. Это огромная, парни. Слышишь, Бобби, Гвард, это ты про этого монстра говорил? Твоих всех ребят поубивал. Ну конечно, кто ж еще? Блин, пуки какие-то! Это что было за облако какое-то? Ой, воздушные парни, блин, может стыкаемся где или что? Давайте в домик, может. Давай постреляем, ладно, с РПГ, блин, я думаю, возьмем ее. Давайте попробуйте, парни. Перезаряжаю, парни, РПГ и стреляю. Ай, жесть, она меня зажала, это да, попал, блин, ладно, давайте куда-то в хату, где вы, мужики? Где? Вот я здесь. Я вот стыкался куда-то, это ты тут со мной рядом или кто тут? Кто, Бобби? Блин? Все, куда все, вы? Мужики, я к вам. Давай вот сюда. О боже, блин, это что вообще такое, блин, как здесь сражаться, как блин, ее убить? Блин, слушайте сюда. Ну? Сейчас, короче, ее обычные пушки не возьмут. Ну? У моего отряда была секретная пушка, Railgun называется. Ну? С помощью нее мы сможем ее одолеть. Так и что это, нам надо по любасу на базу к твоим, блин, мертвым кентам. Но, ну, блин, да. Чтобы к нам туда попасть, нам нужно найти бензин. Это точно. Слышишь? А ты сразу не мог сказать, что ее обычные пушки не берут? Нафиг мы стреляли, блин. А чё, а нельзя было сразу догадаться, что ее обычные пушки не будут брать? Так а если бы мы сейчас умерли? Да не умерли. А чё, рентганов в СП-фонде больше нету? Да вроде есть. А чё мы не взяли? А кто это самое? Мне кто даст? Ну вот именно, болван ты, блин, как тебя гвардом сделали. Понятно. Ладно, блин, давайте по-тихому. Двигаем тогда, надо найти бензин, блин, парни, или что-то такое, блин, и уже сваливать, либо пешком может как-то пойти, а? Опа, парни, тут еще военные! Стреляй, стреляй, стреляй по нему! Капец. Фух, уничтожил! А что он тут делал-то вообще, а? Да что, блин, хавал кого-то, может, тут еще куча этих военных, блин, отстреливай! Сзади, 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 по башкарику, мужики. Ему! По башкарикам, давайте нафиг сваливать отсюда, блин, мужики! Ну, спасибо, блин! Проходите, проходите. Давай, давай, вон, смотрите, машина перевернутая, только что перевернули, походу! Ай, блин! Вот, а это классика, УАЗик, и еще канистр, может быть, там бензин есть. Есть? Да-да-да-да-да. Ну-ка, потряси, хватит. Потряси, хватит. Да-да-да, походу хватит. Че, погнали тачку заправим? Давай, рванули, бро. Ты что делаешь? А может перевернуть его? Попробуй переверни. Так он горит, ты что, ненормальный совсем? Да попробуй, может, заведется, поедет, попробуй. Давай. Ну, так ты хоть чем, ломом побей, блин. Ну я сейчас так побью, братан, ну давай, попробую, давай. Да с другой стороны, на колеса переворачивай. Алло. Но можно так перевернуть. Ай, в принципе, блин, тоже нормально. Не переворачивается что-то. Ладно, погнали, берите этот. Бензин. Давайте. Давай, 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 бежим, 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 бежим. Заправляем машину, блин, быстрее. Давай, Гвард, не отставай. А я не отстаю. Смотрите, такой план. Мы сейчас заправляем тачку, едем на эту базу, берем экспериментальную эту пушку и убиваем этого монстра. Ну да, получается. А где он? Затаился, подлец. Стоп, а где он, парни? Мы зашли в дом, он нас потерял. Может быть, когда мы в машине, либо когда мы в зданиях, он нас не видит? Скорее всего, братан. Ну что ты там за это, Бобби, заправил тачку, нормально? Да я заправил, жду вас. Давайте прыгайте. Ну все, поехали, блин, тогда. Ну давайте стартуем. Вон база уже там, да? Ну да. Парни, а за нами погоня! Газуй быстрее! А, черт, блин! Там это... Акула-самолет! Газуй, газуй, газуй! Быстрее, блин! Давай! Быстрее едь, блин! Что ты смеешься? Она просто боком прикольная плывет. Вообще не весело, так, блин! Вот это база, парни! Вылазьте, блин! Давайте, стреляй, блин! Где пушки эти? Так, 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 блин! Надо найти! Надо найти, парни! Так, ну шо, блин, давай стреляем! Где искать-то их, слышишь? Короче, по всем данным, как я знаю... Ну? Одна на тренировочном поле, другая на крыше, другая в столовке. На какой крыше, на какой столовке? Откуда у тебя эта информация вообще? Я же говорю, мне дали данные. Так, ладно, давайте попробуем обыскать, блин. Надо все крыши посмотреть. Вот столовая, вот столовая. Так, давай посмотрим. Вот, ну, давай, заходи. Так, давайте, парни, я взял, если что. Сейчас. Взял. Давай, бери, бери. Ну там еще на поле есть и на крыше, погнали. Так, ты взял?
Да-да-да. Нормально, все, пойдем дальше. На каком поле, блин, ее брать? На тренировочном, вот здесь вот. Так, погнали, посмотрим на тренировочное поле. Где это, куда? Вот-вот, вот здесь. Она вот. С ума сошла, парни, посмотрите, что с ней происходит. Стреляй в нее этой пушкой, блин. Слышите, вот она. А вот здесь, бери. Сейчас возьму, все, взял. Отлично. Красава. Так, давайте, стреляю, парни, с этой штуки. А на какую крышу надо, может, на эту? Ну да-да-да-да-да. Ну залазь уже быстрее, а блин. Как? Я не знаю. А, вот лестница. Давайте, как раз с крыши, если что, и будем стрелять. А куда? Погоди, залезай первый. Ну кто уже? Лезьте, блин, быстрее. Вон там эта пушка, давайте, бери ее. Мне ее дайте, парни. Давай, стреляй, блин, по этой, блин, акуле, мужики, мы должны отсюда попасть. Попробуй по ней. Попробуй промахнуться по ней, блин. Да. На. Стреляй, огонь батарея. Я снизу батальон. Буду. Снизу буду, парни, вас прикрывать, она, блин, уже над нами. Она уже сверху. Мужики, она кидается. Ну, давайте что? Это, свяжемся со штабом, блин. Зачем? Ну потому что, смотрите, это, мы не можем ее удалить, надо помощь позвать. Эти пушки не берут, блин, а что штаб сделает в итоге-то? Чем он поможет, этот SCP-фон? Я думаю, там он применит это, ядерное оружие какое-нибудь, там, бомбы там. А мы умрем вместе с ней! Что, на нас атомный удар вызовем? Ну ладно, пофиг, давайте, блин, где тут, куда и идти? Сюда. Давай! Заходим, блин. Быстрее, фу, блин. Закрывайте давайте, дверь. Давайте. Так, эти пушки не берут что-то ее, эту акулу, блин, ага. Самолет, опасный aircraft shark, блин. Ну, звони. Все, давайте. Алло, прием. Как слышно, это я, Бобинатор. Нам нужна срочно помощь. Мы не сможем ее одолеть простыми пушками и рейлганом. Примите какой-нибудь авиазар. Да, мы ожидаем. Координаты X47-28-68, Y37-05-28-7 и Z1337-228. Ага, все, давайте, ожидаем. Так, пока летят эти бомбы, блин, и все такое, что мы делать-то будем? Может, это какой-нибудь бункер здесь есть, скроемся и выживем, а? Надо бы спрятаться, давайте попробуем найти место. Это... Ну? Поспим или в картишки перебросимся? Да не, какие картишки, какой поспим? Надо найти укрытие, чтобы от взрыва, блин, выжить. Ага. Ну, давайте лучше укроемся и выживем, парни, блин, гол. Блин, пацаны, мне надо покакать срочно. Но потом уже, блин, давай, Гвард, ты нас вообще веди должен защитить. Уже. Вон эта акула, блин. Стреляй по ней, парни, на всякий случай. Я обосрался. А как так? Она нас убила, я думал, мы добежим до бункера! Нет! ХП закончилось! Бобби! Мы умерли! Парни! У вас торта не будет! Да... Ну что ж, ребятки, вот такой вот видосик у нас получился, и мы с парнями надеемся, что такое вам понравилось. Сегодня мы выживали против опасного монстра Тревора Хендерсона, Aircraft Shark, так называемая акула-самолет. Это было невероятно жестко. Ставьте лайк, кустик, и пишите в комментариях, что нам еще такого интересного позаписывать. Ну а на этом у нас все. С вами сегодня были Оверфони и Бобби, всем удачи и пока-пока! Всем до скорого, дорогие друзья! Катя, чуваки!